Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад, с вами Алена. Сегодняшний сюжет по заявкам. Покажу две розы из питомника «Вокруг роз» «Солей Дюмонт» и «Зоненвельд». Первая в кадре. «Солей Дюмонт». Дельбар, 7-й год, Флорибунда. Заявленная высота 80-100 сантиметров. У меня она сейчас имеет рост 60 сантиметров точно. Вот такие вот цветочки распускаются. У нас жарко. Цветочки открывают середину. Очень интересные цветы. Небольшие. Внешние лепесточки оранжевые, а внутри желтый цвет. Махровые, но не сильно. Очень приятный аромат. Очень приятный аромат. Кустик на вид здоровый. Листва блестящая. Вот так. Вот так вот раскрывается бутончик. Так он выглядит. Вот еще один. Там бутончик. Саженцы из питомника «Вокруг роз» – это саженцы, привитые черенком. То есть в феврале они были привиты. И сейчас, июль, вот такие кусты. Роза «Солей Дюмонт». Яркая роза. Очень яркая. За счет сочетания оранжевого и желтого. Причем так вот как-то необычно она сочетается. По внешнему кругу оранж. Ну, повторяюсь я уже. Роза мне понравилась сама по себе. Очень красивая. У меня подобной нет, поэтому я очень довольна. Вот она гонит еще бутоны, еще будет цвести. В общем, никаких нареканий у меня к этой розе нет. И сама по себе мне роза понравилась. Хорошая роза, энергичная. Энергичная. Вчера прошел сильный дождь. Ну, вот так вот цветочки, что называется, ни в одном глазу. Не попортились. Дождь был с ветром. Я не знаю, пока нет опыта, как она будет выдерживать затяжные дожди. На сегодняшний день у нас очень жаркая погода. И роза великолепно себя показывает. Перейду к другой. Так. Так. Зоненвельд Кардес, 1999 год, шраб. Заявленная высота у этой розы до 130, а ширина куста до 80 сантиметров. Цветочек она имеет примерно 8-10 сантиметров. Вот такой вот цветочек. Есть одиночный, а есть соцветие. Персиково-абрикосовая окраска. Своеобразный аромат имеет. Я вот перед съемкой принюхивалась к ней, принюхивалась. Вот на мой взгляд, вот как я сейчас это воспринимаю, дорогой парфюм с ароматом, с нотками табака. Ну вот так как-то. Возможно, в другом климате или в другое время суток, наверное, будет что-то иное. Но вот сейчас мне так показалось. Вот такой цветочек у розы. Только раскрывается. Очень нежная, приятная роза.
кустик вырос около 60 сантиметров. Немного раскидистый. Побеги, сейчас поближе, побеги достаточно тонкие. Возможно, придется розу подвязывать, но посмотрим. Это же первый год ее. Это ее первый год. Выглядит куст энергичным, здоровым. Там вот внизу есть еще новые побеги. Роза чувствует себя хорошо. Поближе к цветам. Вот такая красавица. Этими двумя розами я довольна. Довольна. Твердо и уверенно об этом говорю. Понравились. Также понравилось их развитие. Вот такие розы. Растут они у меня на полном солнце. И еще в кадре. Пусть побудет. На этом, дорогие друзья, сегодняшний обзор заканчиваю. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите мнение. Добра и здоровья вам. Заглядывайте.